Приветствую вас, друзья, на канале Gadgets for You. И сегодня я хотел бы поделиться с вами решением одной проблемы, с которой я столкнулся при переходе с операционной системы Windows 10 на Windows 7. Дело в том, что я довольно часто люблю переводить свой компьютер в режим гибернации или в режим сна, для того, чтобы можно было немножко сэкономить электричество, когда ты куда-то уходишь или ложишься спать, нужно сбегать то в магазин или еще куда-то по делам уйти, всегда можно компьютер перевести в спящий или в гибернацию, в спящий режим или в гибернацию, и таким образом не придется заново потом запускать все программы, библиотеки там подгружать или в таком духе. Вот есть такая вот хорошая функция в компьютере под управлением Windows, как, например, гибернация. Вот, и столкнулся с такой проблемой, что, в общем, когда я перевожу, будь то в гибернацию, будь то в спящий режим, в компьютерах очень хаотично сам включается. То есть, может пройти и 20 секунд, может пройти 5 минут, может пройти 30 минут. И когда я прихожу, а если меня там не было там пару часов, я нахожу свой компьютер уже в рабочем состоянии, что не очень, конечно, устраивает. И нужно было решить эту проблему, хотя бы выявить диагноз, в каком плане, где копать. И для этого я могу предложить несколько вариантов. Кстати, такой вариант еще может быть полезен и тоже пригодится, если просто у некоторых людей компьютер, даже если выключить его, ну, нажать на завершение работы, компьютер может сам включиться. Такое тоже бывает, кстати говоря. И потому есть, как я сказал, несколько вариантов, я, по крайней мере, про них знаю. Это командная строка, здесь мы пишем CMD, вызываем таким образом командную строку. Здесь нам надо вбить следующую команду: power cfg пробел last wake, последнее пробуждение. И вуаля, я здесь нахожу данную строку, вот, USB root hub 20. В моем случае у меня просто клавиатура и мышка подключены через активный USB hub. Вот, и несмотря на то, что он даже работает в режиме как пассивно, то есть он в розетку не включен, этот USB hub, тем не менее, все равно вот такая вот причина возникает. Итак, второй вариант диагностирование проблемы, если у вас такова имеется, вот как с моим компьютером. То есть нажимаем старт, кнопку, панель управления, дальше идем системой безопасность, дальше администрирование, дальше просмотр событий. Нажимаем два раза, кликаем, здесь у нас открываются все логи, которые происходили на компьютере за его последнее время. Или даже сказать, за все время после инсталляции винды. Здесь выбираем журнал Windows, здесь выбираем систему. Здесь нам нужно нажать следующую кнопку, фильтр текущего журнала. Здесь можем вписать, и точнее должны мы вписать здесь power. Так, нет, он нам сразу так не подкинул. Ну ладно, тогда найдем его вручную. Значит, нам нужно на букву P. Сейчас мы ищем там, где у нас с напряжением все связано. Так, это я уже убежал далеко. Вот, мы нашли эти строки. Так, вот нам нужен данный пункт. Power Troubleshooter. В чем была проблема? Нажимаем ОК. Здесь мы можем просто более подробно увидеть, в чем же была проблема. Вот он пишет: система вышла из спящего режима. Время перехода в спящий режим 19 год, 3 месяц, 24 секунд, 24 число, извиняюсь, 10 часов 37 минут 34 секунды. И включился буквально вот через 10 секунд ровно. И источник выхода устройства — корневой USB концентратор. То, что и требовалось доказать еще раз, так сказать. Вот, и я, конечно, решил эту проблему просто отключением этого концентратора и подключением клавиатуры и мышки напрямую в компьютер. Но у вас может быть тоже похожая проблема, ее можно попробовать тоже решить еще таким вариантом. Мы нажимаем здесь компьютер, свойства, диспетчер устройств.
И если у вас USB-шная, например, клавиатура, может такой, кстати, вот тоже бывает, так не тот параметр открыл. Клавиатура, вот у меня Logitech моя клава. И здесь есть сейчас управление электропитанием. Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима. Здесь вот этот пункт нужно убрать. Вот, возможно, этот параметр может кому-то тоже помочь. Также подобный параметр может присутствовать и в других USB устройствах, которые могут иметь функцию вывода компьютера в рабочее состояние из гибернации, например. Можно посмотреть также мышь и иные указывающие устройства. Вот Heat Compliant Optical Tilt Wheel Mouse у меня стоит здесь. Здесь тоже кликаем по этому параметру управления электропитанием. И здесь вот тоже у нас галка отсутствует, но тем не менее компьютер у меня по какой-то причине включается. И понятно по какой причине, потому что сам USB концентратор, то есть USB хаб, он такой вот барахлящий оказался. Таким образом можно хотя бы выяснить и предпринять какие-то дальнейшие действия по отношению к вашему компьютеру. Ну, я надеюсь, это видео было кому-то полезно, хотя бы чуть-чуть. И если было полезно, ставим лайки, подписываемся на наш канал Gadgets for You. И до новых встреч. Пока-пока.